хочу поздравить с триумфальной победой Сергея Романова в бою против бразильца, у которого фамилия окончается на Фатима, имя не запомнил. Сереж, поздравляю. Спасибо. Отличный бой. Сережа, уже комментатор сказал, что ты вышел больным. Расскажи про эту ситуацию, как так получилось, что ты вышел больным и почему вообще вышел? Ну, забавная ситуация получилась. Одна пара соскочила, это Микинкин с Джереми Мэем, и я попал в мейн-карт. И мне сказали, что нужно снять ролик, видео. Я поехал сниматься и простыл. После взвешивания понял, что у меня температура 37, горло, сопли. Все, я думал, короче, все печально будет, потому что у меня уже была предыстория, что перед питерскими боями именно у меня то одно, то второе. И я думал, что сейчас опять так же будет, я выступлю говняно, но, к счастью, я вышел, выиграл. Сейчас мне очень плохо. Ну, главное, победил, да, ты прав, главное, победил. Скажи про фанатский сектор, он прям ревел. Сколько за тебя пришло человек? Я слышал там по неофициальным данным, что там на тебя прям 300 человек купило, да, билеты. Слушай, была тоже забавная ситуация. Обещали 300 билетов, а получилось, что дали 260 и 40 человек. Мне звонили, там говорили: Сереж, как так? Как получилось, что не попали? Да, у меня очень большая поддержка, я очень благодарю их. Ребят, вам большое спасибо. Я выходил вместе с вами, я не один выходил на этот бой. Я прям слышал каждого из вас. Это неописуемо. Каждый боец, мне кажется, хотел бы так, чтобы выходил, и прям толпа орала, ревела, и это очень крутая поддержка. Скажи, вот какой-нибудь совет дай бойцам, как это сделать, чтобы на них приходило именно 300 человек, потому что вообще в российском ММА проблема довольно-таки фанатский сектор какой-то собирать. Это твои друзья, знакомые или кто это вообще? Да, это мои друзья, это моя команда, я же тренирую еще ребят, то есть мы растем вместе. Вот у Александра Шеменко есть своя команда, да, он с парнями тренируется, я также. Я по его стопам, можно сказать, иду, также стараюсь, хоть я еще молодой, там, поздно пришел в этот спорт, но хочу сказать молодежи всем, что не важно, во сколько вы пришли. Я пришел 18 лет, я сейчас на М1 первый бой выиграл у бразильца очень сильного. Очень рад. Нужно быть дружелюбным, общительным и просто быть хорошим человеком, я считаю. Я надеюсь, я такой. Если пришло столько народу, значит такой. Слушай, надеюсь. Расскажи, вот этот твой бой на М1, дальше у тебя какие контрактные обязательства? Или это был контракт на один бой, или как? Нет, я подписал на 6 боев, дальше я говорил, я хочу сюда привести титул, Санкт-Петербург, титул 77. Сейчас будет бой, кстати, за него, Алексей Кунченко против Абдулаева. Вот, я буду за Алексея болеть. Вот, такой. Я общался с ним в раздевалках, как вы видели, приятный парень. Вот, и, в принципе, в дальнейшем хотелось бы тоже попробовать за титул. Но мне еще рано, еще очень рано. Мне очень много нужно работать над этим, потому что я отстаю еще. Но я упорно буду трудиться и добиваться. Я думаю, что все получится. В Питере будет пояс М1, я обещаю. Будем ждать в Питере. У нас еще специальный вопрос нашей передачи. Сейчас самый обсуждаемый в СМИ вопрос связан с спортсменами. Это Мельдранат, Мельдоний, все остальное. И хотел спросить по поводу этого. Как ты считаешь, если в российские ММА-организации придет атлетическая комиссия, как, например, в Америке, это изменит ли российский спорт? И вообще, что будет с приходом такой комиссии? И вообще, придет ли она? Или в России все-таки это будет такая, знаешь, серая зона буферная, в которой не будет никаких допинг-контролей? Ну, как показывает практика, когда в России упускают какие-то группы непонятные, то у нас все печально становится. Не надо никаких комиссий, у нас все так нормально. Все спортсмены, никто на стероидах не сидит. То есть, а Мельдранат – это помогать своему сердцу. Там, как у нас очень много спортсменов, я знаю, его употребляют, пьют. И для того, чтобы не сажать свое сердце, тренировки, нагрузки, нужно же как-то подпитывать его. Поэтому я считаю, комиссии нам не нужны. Мы все честные ребята, без стероидов. По крайней мере, с кем я тренируюсь и соперников знаю, которые не употребляют. То есть, я думаю, что это нам не надо. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Спасибо. Еще скажи пару слов без меня уже тем, кто за тебя болел. Еще раз хочу сказать всем спасибо, всех вас слышал. Передать маме, отцу, что очень люблю. Юлиане, жене моей, теще, всей семье. Вот. И обратиться к людям, бизнесменам, коммерсантам. Помогайте молодежи в Санкт-Петербурге, вкладывайте в нас деньги, мы будем побеждать, будут победы здесь, в Санкт-Петербурге, будут свои чемпионы, если вы будете нам помогать.